Более 40 мальчишек, девчонок, а также их родителей не испугал не только что прошедший дождь, ни сложная эпидемиологическая обстановка. Просьба встать на расстоянии, которое, чтобы у вас позволяла дистанция, а взрослым отойти подальше и одеть масочки. Спасибо. Вела зарядку преподаватель развилковского центра «Дельфин» Александра Рахвальская. Все упражнения с элементами аэробики. Таким образом, жители Ленинского городского округа решили отметить праздник, о котором, к сожалению, знают немногие. Мы сегодня собрались в детском парке для того, чтобы отпраздновать праздник, который сейчас в Подмосковье сегодня справляется. Это День здорового образа жизни. И мы хотели бы, чтобы эти зарядки состоялись на протяжении там, какого-то времени. Постоянно мы с вами встречались бы и участвовали в этом. 20 минут зажигательных танцев не смогли оставить равнодушными даже тех, кто пришел сюда, как говорится, за компанию. Организовали и приняли участие в зарядке члены местного отделения партии «Единая Россия». Приглашение, которое мне поступило, я с радостью откликнулся. Сегодня на этом мероприятии замечательное настроение. Как говорится, в здоровом теле, здоровый дух. Планируется, что подобные мероприятия не только станут проводиться на постоянной основе, но и будут организованы в других поселениях Ленинского городского округа. Будьте здоровы! Максим Козлов, Сергей Ларин. Видное ТВ.